на комах. Как говорится, чтобы не прорываться, я уж не стал разрывать. Я уж не стал... ну там ладно, это надо будет еще думать. Там еще одна фигня какая-то, надо будет забраться. Видно, какой-то перк еще. В общем, летим в архив. Это база рядом с архивом. Летим в архив. Форма джедая. Так, ну что ж, идем. Код ЦР отдадим сейчас. Сир. Сэр. Коды. He gave his life for this. Sorry. Извини. Я знаю. Было сделано лучше. Нет пути. Рад, you made it back in one piece. Рад. Мастер Кордова. Тебе, мастер Кордова. No. Я нашел путь. Но вы можете, возможно, найти некоторые знания. Давайте. Ага, Республика, важная колония на Кобахе. Сантари Кри и ее робот Зи. Ранее внимание в навигации в глубоко спятной республике. И там предположены кто? Добровольцы летали. Дага. Да, используя Кри пригласила в глубокий бездный компас. Республика уважаемых поселенцев. Согласен. Время на том месте. Я говорил всем, мы обязаны прибыть. Не беспокойтесь. Джедайский совет и Кри Кагера. Вот этот вот. Он не, как всегда. Посмотрим, Рейвис работает на Дагана. Так, Орден оставил. Давин убийца. Джедай убил. Но Сантари сказала, Даган имеет ключ. Возможно, юный джедай. Компас. Записать индикации. So you're saying one might still be out there. Так мы можем спросить, да? Даган оставил. Я спрошу, где остановиться и помочь нам. Надо изменить место, надеюсь. Та планета должна, что станет... Вместе с нами, Гиз, может комнату на Мантис. Это место нужно мне. А это скрытый путь. Кордова? Кордова. Sorry, извини, мой друг. Now, как сейчас мое место на Джетхе? Давай подготовим данные для доступа. Let me guess. You're staying too. Ты предполагаешь что-нибудь? Когда это первые наши встречи, я могла как-то распространяться, выживать. Борьба вместе против империи. Мы так получили. Ты помогла мне. Так. Но там в галактике много людей, кто имеет эту цель. Цель найти. Возможно, мы можем получить это. Я
рядом буду. Это был будет. Было так далеко. Увидимся еще у Мантиса. Найдите на Кобахе. Пойдемте, сейчас мы с вами получим еще один. А, нам надо вот сюда. Предположение, изменение потенциал. Вопросы, чтобы найти Тоналор. И решает остаться на Джетке. В Ордене, чтобы пересмотреть архивы защиты лояльные. Тут кто поможет ей там, в общем. Так, примерно так, друзья мои. Летим на Кобах. Есть там одно местечко, друзья, на Кобахе, которое мы с вами посетим. Да, но здесь на джетке, это потом мы сюда прилетим. Привет, Крис. There you are. Мантис is tuned to perfection. Ready to go. Назад на Кобах. Возвращаемся. Найти компас навигации. Уверен. Что-то где-то. Мэрин. Ожидаем. Мэрин, присоединяйся к нам. Ну, ты не говорил мне. Сейчас поздно. Ясно на Мэнтис. Я надеюсь, что она... Помчались. На Кобах. О, Корусант. Но Корусант, ладно, это потом. Давайте сгоняем на Кобах. Мантис изменился. Кэл и Боде. Все ясно этим утром. Аж подожди. Ну, я не о том. Мэрин не знает, где мы были. Возможно. Присоединяйся. Сира и я верим в Тоналор. Возможно. Persecuted by Empire. Grab some seat, Cal. Есть. Добро пожаловать, Кэл, я рад, что ты вернулся. Ты скучал? Рейдеры уделили внимание кое-кому. Они взяли ее, Кэл. Мой салон лучше, Трагл. Я думаю тебе. Мистер Грис, обещаю. Даган похитил ее. Там должно быть что-то большее, чем Зи. Мы рискуем ею. И это не было бы легко. Давайте ее вернем. Они... Мы видели. Думаем. Так. Она права. Сейчас время. Они всегда имели. Но никогда не должны. Возможно.
Это будет опасно. Не беспокойся, мы останемся здесь. Уверена. Я думаю, ты вдвоем сможете сделать. Так. Мозе. Хорошо. Вперед. Там новые, это самое, разговоры доступны в салоне на Кубе. Так, ну меня интересует другое, друзья мои. Так. Вот он. Так, нам надо тут в одно... Одно местечко посетить. Сейчас мы это сделаем. Нам надо вот эту вот штуку взять с собой. Неко. Пойдемте. Так, друзья мои. Ах, я же открыл эту фигню. Так нам не обязательно, да? Даже где эта фигня? Вот она, конюшня. Ну ладно, я тут вам покажу изначально. Вот. Запрыгиваем сюда, друзья мои. И вы оказываетесь в этом шикарном месте. Шикарном. Проводите исследования здесь. Вот видите, находите это. Открываете дверь. Она просто уже открыта. Но я вам показал, как запрыгнуть. Ну а теперь вот, вот сюда. Так. Идем. Неплохую штучку нашли. Вот здесь, да? Пойдемте дальше. Так, а че, может? Слушайте, тут что-то проходов до хера. Hey, BD. A shard.
Let's trade it at Doma's shop. Да. Еще один. Let's take a look. Какую шахту нашли, ебана мать. Пойдемте вот сюда. А здесь что такое? Слушай, а там еще какая-то шахта есть. Да? Да, здесь. Надо первые вещи. Ты слышишь? Оя. Смерть во тьме. Я понял. О, блин, а. О, да ёбарса ты, блин. Да что такое, блин? Блин, да что ты не допрыгиваешь, да? Ты что-то... Да я не могу понять. Ну, подожди. You know just where to look. Еще all один right, right. Этот сам. Nice. Еще какую-то фигню мы тут нашли. Ладно, сейчас долетим. Да ёпараса ты, блин, ты что-то не это самое. Да что ты не летишь-то туда, куда надо-то, блин. Один прыжок и все. Не могу понять, блин, ну. Вот он не летит, блин. Я не могу понять, почему он не летит, блин. Блин. Но он должен через эту херню, пролетая. Блять, не долетает, сука. То не добегает, то не долетает. Ну вот такая вот жопа, друзья, блядь. Чуть палец передержал на кнопке, блин. Ну тайминги, конечно, здесь выставлены, ну жопнячие, блин. И она не, он не летит, и пиздец. Да ёб...
С первого раза даже это. Я не знаю, блин, почему. Через жопу долетел, блин. В общем, еще один слот, друзья мои, нашли. Сейчас мы с вами. А тут я не знаю, тут куда мы попадем. Сейчас мы тут. Ну я не знаю, это тут. Так, это мы куда-то еще будем выбегать. Там я еще видел, друзья мои. Так, а тут мы... А, на этом я понял, куда мы. Так, сейчас подождите. Ага. О, а что за фигня? Еще тут. Будем... А! Понял я. В общем, это опять надо бегать, прыгать и летать. Не хочу я. Я знаю, что тут сейчас мы прыгнем и опять это... То есть, я как понял... Понял. Ну, не знаю я. Это там все, пойдемте. Не ж хочу я тут. Это долго и... Блин, это надо сигать на какие-то мины тут. Looks like it's still here. Так, а куда я зашел, хер его знает, да? Ясно.
Ух ты! А мы туда долетим? До него. Привет, Кайл. Isn't it a little dark down there for fishing? Да, лето. Да, истинно. Да, твоим перед твоими глазами. А, тут мы уже ловили рыбу, да? Я уже здесь ловил рыбу. Я понял. Мы тут вот он поднимались в другой стороне. Все, я понял. Так, ладно. Вот так вот, друзья. Мы в прошлый раз и так допрыгивали, скажем так. А, все, это я отсюда вылез. Так, как мы куда идем? Я понял. Так, ну вот, друзья, вышли мы. Need to center myself. Ладно, это тут потом. Сильный бросок.
Воздушный удар, ясно. Сейчас мы посмотрим. Так. Это просто удар по площади. Усиленный шторм. Атака. На маленькой площади. В прыжке в воздухе. Так, ну это отражение. А. Понял. А, силу мы всю качнули, телекинез. Удержание, да. Удерживайте L2. Чтобы толкнуть. А, это ну, ты вот потягиваешь, а потом второго. Так. Это двойная орбита. Ладно. Двойной меч прокачаем. Качаем. Потому что тут вот с этими там в пустыне драться только вот двойным мечом. Одинарным, ну прям, ну совсем. И либо вот тем вот здоровым. Либо вон тем здоровым махаться там в пустыне. Так, перти, да? Так.
эквилибрист, да. Эквилибриум. Ну это с бластером, это она не решает ничего. Ну это бросок. Больше дамага наносит. Ладно. Пока это пусто, потом избавимся от этих двух. Так, ну, другого тут что мы можем? Больше пока ничего. Ну вот, друзья, еще один перк, какой мы с вами слот нашли. Какие там разговоры нам доступны, я не знаю, но ладно, посмотрим. Все. Приятного всем просмотра.